Привет, Зорики, Боник, Зойка, Насадка. Мама, что принесла? Привет, зайчатки. Сегодня некогда совсем было маме. Бонита, Бонь, на. Да, няти. Всем по одному. Еще по куриному принесу. Бадюн, привет. Стич, ты что там? Зайчиш, тебе по кайфу там, да? А то там Степанчик еще. Ну, пан, говорит. Что там, говорит? Что там? Не надо на меня. Ого! Вот это нагреб. Нос ты видал? А ты так не умеешь. Оп, раздавил одно. Где ты там меня щупает, бади? Ты что меня щупаешь? Набери. Гоголь-моголь там делать не надо, Тихон. Так. Ага, сейчас, конечно. Чашку ему, говорит, давай всю чашку мне. Так, подождите. Вы сейчас подавите их там? Злая женщина. Дерзы. Ну так, нос, на, не отнимай у него. А где Илюнти? Стёп, не знаешь, где царь? Где наш государь? Опа, Стич. А вот там, по-моему, кверх ногами царь. И что ты? Неудобно, да, маме надо вот так делать. Головой дерзать надо. Илюх, ты там? Покажись. Молится, гляньте. А царь молится. Царь, иди перекуси, хоть бедный, несчастный мы. Стич, подвинься, покажи царя. Че, царь под прикрытием? Ай, господи, соскользнул телефон. Охрана президента, скажи. Опа, все, помолился, надо спокусать теперь, давай. Вот так, на. Я вам теперь буду под роспись выдавать по одному. Съели, голодные, не съели, идете в баню. Ну, или идете молиться, кому что больше нравится. Вот свинюка. Ай, да больно, Боня. А кто там и молотка нассал, гля? Да сколько много. За швабру идти? Жор, не борзей. Бонь, я вижу, что ты не хочешь. Ты просто решила поковырять лапками всю чашку. На. Ну, скажи мне, лучше отдайте. Отдайте мне. А, не надо ему яйцо. Видите, ему вся чашка нужна. Не в яйце это дело вообще. Ой, бади, прости. Так, пошла я за шваброй. Возьмите зайчишка еще. Сейчас опять нагребет мне. Кто тут сыкунил мне? Кто сыкухал? Нормально, так рядом с лотком надудолили. Степочка, возьми, пожалуйста, маленькими. Бери, моя стесняшечка. Кто там еще у тебя, Леха или Андрюха? Бери, все, та упала. Су, у тебя борода висит. А, что за борода? Нельзя так, бессовестный. Хапаешь за голову его. На. Линять начали, короче. Куски шерсти уже вываливаются прям. На, Степ. Ах ты, хитрый зорзик. Зорзик хитрый. Так, глянь, он давит их. Давит их прям в чашки, бандит. Что? Нет, злая женщина. Нет. Пойдем за шваброй лучше, женщина за. Ой, зайка еще позвал яйцо. Тебе сложно отказать. Да. Ты куда пошла, говорю? Давай вот так сделаю чуть-чуть. Вот так. Царю еще надо дать. Ну все, сколько снесли это вчера и сегодня перепелки. Они обнаглели что-то немножко эти перепелки. На тебе, царёчек, еще яичку. Мои котяточки. Ой, вот уже и вечер. Завтра Миша с командировки возвращается. Подарочки Лене привезет. Все остальные спят. У нас пират сидит наказанный в карцере. Ну, в вольере. Поэтому изводится. Сейчас потеплеет, керхер возьмем, как помоем тут все с керхера. Будет ништяк. Вот такие дела, ребят, у нас.